что, ребят, вот началась игра. Началась игра Natus Vincere против Virtus Pro в рамках Dream League. Комментирует для вас Тираныч. Сейчас я еще поправлю микрофон. Да. Как-то так. Вот так живем. Да. Так вот. Ну что ж, Виртусам, помимо этой игры, придется сегодня еще сразиться с командой Evil Geniuses. Но есть инфа, что они с ними уже сыграли, но в рамках другого турнира, причем Virtus.pro одержали победу. По крайней мере, мне так написали. А, может, я тупой, но перерыл всю страницу ВК, но не нашел песни, играющие на стриме. Прочекай еще раз мою страничку ВКонтакте, и в первых 10 песнях ты точно не найдешь. Итак. Free Steam Games, бла-бла-бла. Мне не нравится эта ссылка. Так, ну что ж, Virtus.pro против команды Na'Vi. Virtus.pro, правда, сейчас тяжелые времена. Куча рокировок. Куча замен. Сегодня он за них играет Блава. Блава. Неплохо. Выгнали Алексея Соло-Березина. Взяли пока что Станином Блаву. Ну, говорят то, что скоро уже будет официальный инфа, кто будет пятым игроком Virtus.pro. Пикибаны. Еще раз всем здрасте, ребят, кто к нам только что ворвался. Одну игру вы уже сегодня пропустили. Это была игра Альянс против команды Liquid, где алики выиграли. Ты на Na'Vi посмотри, только и могут что. Ну, не надо так говорить. Просто ребята что-то у ребят не идет. Вчера вообще не шло, вообще ничего не шло. Вообще все не шло, вернее. Все три игры Na'Vi вчера слили. Не зашла ни Квапа, ни Пугна, ничего не зашло. Господи. Такое долгое ожидание первого бана, но Na'Vi все-таки банят Пугну. Последняя игра нет. Нас ждет еще одна игра. Сейчас играет Virtus.pro против Na'Vi, потом Virtus.pro играет против ЕГЭ. Na'Vi сегодня еще не играли в рамках этой лиги. Ну, блин. Господи, такие спамы вообще в чатиках. Лич БХ, да? Нашел песню. Ну, рад за тебя. Итак, что с Пугной в патче? Ну, если у нее фулл хп, она теперь еще и ману насасывает. Насос в два лайна. Ну ладно, Visage в бане. Забирают Na'Vi наконец-то лайфстиллера. Ну наконец-то ребята начали что-то нормальное пикать. Наконец-то хвост будет на своем герое. И в ответочку Virtus.pro берут Дарксира с Бэйном. Ну, Бэйн, конечно, контр. Так, господи Иисусе, ребят, ну не заставляйте меня так отвлекаться в чатик. Ну хватит, ребята, ну.
Дайте игру посмотреть. Гаррет, нехорошо рекламить чужие стримы на моем канале. Итак, Darkseer Bane. Bane, еще раз говорю, контрпик к лайфстиллеру. Опять же. Ну что, будет тролль от Нави? Вот, ну, у Навиков реально очень хорошо получается дабла из тролля и лайфстиллера. Запрет на ссылки в чат? Да нельзя. Вдруг какая важная ссылка. Пикебаны, как интересно, тиран, не отвлекайся. Ну, вообще, да. За последние полгода я на эти пикебаны уже столько насмотрелся. Особенно, когда, знаете, идет череда просто там 2-3 месяца, одни и те же пики, одни и те же баны, это вообще... Это так захватывает. Приходится каждый раз говорить одно и то же. Клокверк, где Окспер? Позвони ему, пусть зайдет. Я не знаю, где Окспер. Наверное, спит уже. Время полночь, как бы ему зовут на работу. Я тоже, а он то, что Агр показал. Агр показал. Ладно. Баны Слардар Патма. Слардар Патма. Пак. Слардар Патма Пак. 10 remaining. Не, кстати, у Фаника реально неплохо начало получаться отыгрывать на клокверке. Серьезно. Вчера просто вот на пятерочку врывался. Жалко, вся команда не отфармленная была. А так врывы были вообще от души. Банится Шторм. Ну, понятное дело, это довольно всем известная связка. Лайфстиллеры и Шторм. Инфест-бомба и... Ребята врываются в драку. Господи, этот товарищ, эта ссылка еще и на СК2ТВ зашел. Ну, на СК2ТВ у меня нет прав модера. Модера в чатике там тоже, наверное, нету. Да ладно. Вторая стадия пиков. Darkseer Bane. Давай вот всю команду сиреневых. Кто у нас еще есть из героев сиреневых? Дайте вспомнить. Ты, синька, иди отсюда. Кто еще из сиреневых из героев? Войд. Войд. Нет, я именно по цвету прям вот так вот. Есть Войд. Кто еще есть? Реально, кто еще из сиреневых героев в доте? Вспоминайте, пацаны. Да забейте на пикебана, давайте поприкалываемся. Спектра, ну спектра черная. Энигма. Ну хотя Энигма... Ну можно посчитать. И Дазл. Ну ништяк пик. Вот еще Вайда, Энигму и Дазла. Слушай, да этим пиком реально можно просто убивать. Энигма синяя. Ну, хотя да, Энигма синяя. Особо ее не отнесешь к фиолетовым. К сиреневым, вернее. И Рики. Ну, Рики тоже синий. Луна. Сигали спектра черная. Потому что она черная. Все потому, что она черная. Ладно. Квапа, Вайпер, Бейн, Darkseer. А вот у Нави пик на Верочку. Стандартный чен для Пупея, Клокверк для Фаника, Лайфстиллер для Хвоста. Ну, Дендику взять что-нибудь четенькое. И Куроки остается, да? Висадж в бане. Можно Нагу взять. А надо ли? Да не очень-то надо. Тиран расист.
Ланая фиолетовая подсказывает мне. Тетчеса нет во второй доте. Так, Shadow Shaman, раз там. Ростевич. Ну, я что-то не припомню, чтобы Нави брали Расту в саппорту. Зато Дарксир удобно ловить. Как бы Сюрш и сразу сеточку. Отправить его и все. Надо, привет, Джаз. Ну и, конечно, вот эта вот клевая вещь, когда просто варды на голову. На! Как думаешь, цирк продолжится от Нави? Ну, пик раз ты говоришь, что да, бан Вингит тоже. Под Бэйна шикарно бы и ЦМ-очку запилить вообще-то. Бан с Лордара. Мне не нравится бан с Лордара, мне не нравится бан Винги. Вот честно. Титана нету. Могли Титана взять. Хотя под кого? Ну что ж, Шаду Шаман, да пускай будет Шаман. Ждем ласт пик для Дэнди. Рубика забрались Виртусам. Я так понимаю, Бэйн, Рубик, Вайпер. Это трипл, да, Ксир Харда и Вир... Господи, Виртус, пробую, Квапа. Просто Квапа мид. ВР. 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 Почему ВР? Почему ВР? Почему ВР? Блин. Не, ну понятное дело. Хотя Дентик позавчера как раз вот на ВР-ке катал. Там, конечно, пауэршоты были от бога, но не знаю. Не знаю. Можно было бы что-нибудь взять и посолиднее, допустим, того же, не знаю. Биста, например. Ну да ладно. Кэрри-ВР-ка, Кэрри-ВР-ка, Кэрри-ВР-ка! Господи, Ильдар, успокойся. Все хорошо. Не переживай, будет тебе Кэрри-ВР-ка. Связка, зоопарк, хекс, сетка, хук, батарейка. Тут что у нас? Слип, брейнсап, телекинез, болт, шелл, стяжка, даггер, скрим. Ну интересно, замесы будут веселые. Господи, дай мне увидеть в этой жизни Кэрри ВР на просцене. Но надеюсь, Дэнди не оплошает и все-таки покажет, как надо выфармливать в мид на Виндранер. Фаник Харду. Ну, все стандартно довольно-таки. Ну, Куроки на расте. Прикольно, на самом деле. Ластецкий на Дарксире. Лост БКБшечка, лост БКБшечка! Ох, и еще инвиз есть. Слушайте, с инвизом можно что-нибудь придумать, кстати. Хотя нет, нет, не таким пиком с инвизом что-то думать. Даже если Куроки зайдет с тыла в кого-нибудь, просто дэмэджа не хватит. Нужен левела. Смурфики пошли. Блин, ребят, есть вообще модеры в чатике? Последите, пожалуйста. Ну там уже такой трешняк. Начинается потихонечку.
Что я могу сказать? У Дендика, наверное, ничего такого прям жесткого не будет. Стандартный там фейзы, форстав, еульчик возможен. А может быть хекс. Мы, конечно, не увидим там дизоль с МКБ и аганимом. Но все равно связочки шиклы будут шикарные, я думаю. А что это у него лук такой? Такой не очень. Надо ему лук подарить. Фанику, кстати, тоже не сладко будет. Даже с учетом того, что у него есть коги, тут как бы телекинез и плевок, и будет неприятно. В любом случае. Дэнди. Хвоста на фрифарм оставили? Да, Лост ушел все-таки фармить леса. Испугался. Не, ну реально против Расты Дарксиром опасно стоять. То есть при ганге получаешь просто хекс, получаешь сетку и уже не уходишь. А если тебя, конечно, еще ловят в сетку еще, когда ты сюрж заюзаешь, то вообще забей. Как раз он проходит, а тебя просто наковыривают. Неудобно, конечно, НС выходит периодически в мид, навешивает инфибл, Дендику фармить. Неприкольно с 31 дэмэджа. Ну то, что хвост на лайфстиллере, на фрифарме. Вот это будет весело. Формат был один, права на ошибку нет. Так что не стоит расслабляться. В миде, кстати, заметьте то, что у ВР-ки 7-2, у Квапы 7-2. Ну, то есть, крипстаты, в принципе, разные. Ой, разные, равные. Все, у меня уже, я уже заговариваться начинаю, ребята. Сколько стрима уже идет? Господи, 12 часов 50 минут я стримлю. Надо завязывать. Такие марафоны устраивать. Ох, 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 ох. Ну, в принципе, Фаник получает свою экспу. Ему этого хватает. Где будет ФБ? Где будет ФБ? Ну, либо Фаника поймают, либо что-то в миде какая-то заварушка будет. Скорее всего, это будет где-то около 6 минуты, когда уже будут падать варды. Вот тогда уже будут какие-то смоуганги или просто ганги. Смайлуха. Не, ну тут не цепануть. Даже бы если цепануть телекинезом, Кока ушел бы спокойно. Ну не спокойно, но ботинок-то есть, есть. Как же Дэнди харасит. Мало того, что постоянно даггеры ловят от Квапы, так еще и брендсапом. Неприятно. Неприятно. Что будет там, где его не увидит тиран? Ну где, не знаю, тут, на эншентах? Тут, в принципе, на бот вообще смотреть не стоит. Вот надо вот следить за фаником и следить за выходами Инесса. Пупе особо тоже ничего не угрожает. Но вот Пупе может выйти, да, с кем-нибудь там, опять же, с троллем, с сеткой. Можно как-то поймать на связке, на шикушоте, да? С пауэршотом, там, с сеточкой можно попробовать забрать Квапу. Но это все зависит, конечно, от стана Дэнди. Нет, мы не должны пропустить ФБ. Не смотреть на хвостов, хвост фармить, хвостов отвлекать не надо. Фаник зря вот так далеко заходит. Очень зря. Так, у хвоста меда с 4 минуты. Неплохо. Погоня, погоня, погоня. Ну что ты делаешь? И что бы ты сделал? Ну максимум ты бы его на кок посадил на первый. Чуть-чуть МП бы отнял. Так, Дэнди, 5-й левел. Год, 4-й левел. Рядышком где-то тут НС прогуливается. НС 3-й. Хвост потихонечку начинает грызть Т1 Тауэр в топе. Пупей вытанковывает крипов. Ну что, походу теряют вышку. Куроки жалко четвертый. Был бы шестой, вообще изи. Изи вышка. Фаник. Вот Фаник сейчас может стрять. Дэнди ушел. Обузит ботл. Ну что, будет врыв на Фаника. Меда с ублавы. И... Смайлух выходит. Телекинез поднимают. Пошло за медло.
И что, Инесс ничего не сделает? Ну, брейнсапом хоть откинься. Хоть нет, не убивали бы. Да, слишком плотный все-таки герой Клокверк. Фаник сразу отпивается фласка, на развороте еще ракеты откидывается. Дэндик приобрел все фейзы. Сейчас все принесет. Ну, а хвост забрал все-таки вышку. 1400 на кармане, есть мидас. Топовый крипстат, 44 крипа. В то время как у Блавы пока что только 35. Но тоже есть мидас, поэтому... Более-менее на равных. Кто-то мажет пауэршотами, кто-то мажет скримами. А хвост фармит. Кстати, а что это Ластецкий? А, нет, я думал, все-таки Ластецкий вернулся подфармить бот. Но нет. Как-то и особо лайфстиллера уже не помечает, не помешает. Все, все. Дикция ужас. Не помешает. Потому что уже как бы Аджор. Нет, Аджор на один прокачан. Но все равно быстро будет съедать крипа, который с шелом будет. Так что не особо опасно. Фаник, пятый левел. Так, врыв. Ну что, да, врыв на года. Пошел хекс, какая стяжечка. Еще и с сатиром, с шоквейвом. Минус год. Дэнди забирает First Blood. Сразу закупает себе стики. 600 голды на руках. И мы не пропустили ФБ. Это же круто. Это же круто. Кроки, пятый левел. Ну вот сейчас, если получит экспу. Ага. Что это было? Что это за виндран? Давай скороговорку. Скороговорку. Ушла Саша, пошла и сосала сушку. Фаник. Фаник так не может пока что сяпнуть. Шестой левел. А вот у Блавы уже есть ульт. То, что Фаник за 7 минут еще не фиданул, уже радует. К тому же можно попробовать как-то гангануть Блаву. В принципе, на лоу хп поднес себе 4 тангуса, будет сейчас как-то регениться. И пора ребятам вспоминать про хвоста. Хвост практически дофармил все барабаны. А год по-прежнему без ПТ. Так, ну что, еще один врыв, тут только же с кентом, надо просто связать. Ох, шикарный пауэршот. Как же Квапе больно заезжает этот четвертый пауэршот. Да, ну тяжеловато тут, конечно, связать будет. Я бы спровоцировать на блинк и вот с одним из этих деревьев бы связать. Но тут ребята уходят в ганг. Да, пора бы гангануть вайпера. Парень тоже не отстает от хвоста. Тоже с мидасом. Куроки в инвизе. Лалка. Пошел хекс. И просто змеи. Змеи на голову. Можно еще и попробовать смайла цепануть. Ну, Фаник же с ультой, ну чё ты не стал-то врываться? Дэнди продолжает пушить мид, тут вышка на пол хп уже. А где год вообще? Вот что-то под фонтаном регенился, сразу получает пауэршот в лицо и уже на пол хп. Ну есть банка, отопьется, ничего страшного. Хвостецкий, хвостецкий, хвостецкий. Где твои барабаны? Дома его барабаны. Пуш, ты один тауэром в топе от Нави. Борьба. Верки и квапы в миде продолжаются. Но по крипам-то. 50 крипов у Дэнди, 42 крипа у года. НС, чё? Господи, я уж думал, у НС 6 левел. Нет, пока что только 4, но мог, конечно, закинуть Дэнди в сон. А там, я думаю, уже год бы с прокаста забрал бы ВР-ку. Ну а чё, замакшенный скрим, Sonic Wave есть. Тяжеловато такого идти, при том же у ВР-ки всего 870 хп и 3 брони. Это забей. Да ладно, лос с мидасом, серьезно? Вот это интересно. Так, врыв. Пошел шел. Ласта сразу откинули. Вышка-то уже упала.
Кстати, вот сейчас самое время попробовать какой-то погангать, поискать, побегать под смоками, там находить всяких вот НС-ов четвертых левлов. Это же практически фрикил для того же Клокверка. Правда, батарейка всего на один. Но она есть. Она есть, это уже радует. По хвосту тут Квапа вообще ничего не сделает. Если что, есть инфест. Я думаю, завардить не помешало бы, кстати. Есть как бы вард на хайграунде, на заход. Но тут бы тоже не помешало, потому что по-любому виртусам они навряд ли сейчас будут выходить на лайн куда-то сюда. Там. Они будут ходить чуть-чуть от вышки и в лес. Чуть от вышки и там на эншентов. Потому что других вариантов у них вообще нету. Карапассировали, карапассировали, да не выкарапассировали. Господи, какое слово-то ужасное. Так, в это время все-таки вот нашли. Нашли НС, врываются за Т2, за смайлухой. Рядышком Блава. Ну, счет 3-0 на 11-й минуте. К тому же ВП теряет свою третью вышку. И пора бы уже посмотреть на графике. Да, на 11 минуте 5000 преимущества. Это, конечно, жестко. Дэнди, Даггер. Зачем форстав, правильно? У меня 1-0, у меня 60 крипов. Я просто куплю себе Даггер. Я буду делать такой угол, какой захочу. Под каким вязать захочу. Это, кстати, круто. Год далеко зашел. Я понимаю, дружище, у тебя есть блинк, но... На блин тебе развести очень легко. Дэнди еще и с инвизом, и с даггером. Ну, кажется, сейчас год стрянет. Ну вот, да. Понял то, что слишком он наглеет. Тэп-аут в это время. Фаник с Куроки и Пупеем забирают Т2 Тауэр в топе. У хвоста появляется армлет. Зоопарк. Варды. Как бы это тяжело отпушить, при том... что у команды Virtus.pro айтемов практически нет, у Вайпера все, что есть, это всего лишь ПТ с Мидасом. Про саппортов, наверное, вообще можно молчать, потому что у НС ботинок с одним вардом, в принципе, то же самое и у Смайлухи. Но у Смайлухи хотя бы есть брейсер и стик, причем на полный заряженный. 2400 у Фаника. Да господи, Фаник Мидас покупает. Они что, сговорились, что ли? И пуш Т2 Таура. Кстати, нет, когда еще... Еще мало, еще целых 45 секунд. Наверное, с учетом того, что нет вардов в Курой, как бы можно уже врываться, на самом деле. Может врываться Фаник, но нужен хвост. Без хвоста будет тяжеловато драться 5 в 4. Хотя НС 700 хп. Ох, какой пауэршот, ну слегка криво. Кстати, мог прошить, убить НСа вообще. Изи. Изи мани. Я думаю, там, если что, Фаник бы ракеткой поддержал бы. Пошли ветра. Ну, нужен тут вар, кстати. Вот, да, тут стоит центри от виртусов. Врывается. Где Фаник? Фаник ворвался на Блаву. Минус Блава. Ну, вот как драться теперь без керри? Тут въехали на Пупея. Пупея сразу ультанул. В хексе НС. Поймать сетку? Нет, Куроки что-то не успел. О, господи. Не, ну тут виртусов вообще нет шансов. Вообще, вот после вот этих замесов в миде, там, за Т2 Тауэр. Тут... Ох, как ворвался-то Дэндик еще и ДДшечка. Ну, как же хорошо, на блинке уходит год. Есть еще что-нибудь? Хекс! Парабарапам. А Пупей просто с зоопарком пушит. Лос, конечно, пытается шелом сбрить зоопарк. Но... Как-то прохладненько, слишком плотные крипы. У того же медведя 1250 хп. И вот может, кстати, сейчас НС еще раз стрять. 7-0. Хвост продолжает фармить. Смайлухи. Нет, Смайлух тут не уйдет. Лост на Сюрже, конечно, смоется. Но в это время Виртуса теряют свой последний Т2 Тауэр. А нет, еще же в боте стоит. Вот эта стенка. Вот это Найтмар. Вот это сон. Ну все, забрать последнюю вышку, за парком забрить Рошана и заходить на хайграунд, ждать, пока НС напишет ГГ. Какие-то быстрые сегодня игры на самом деле. Прям такие фастик. Ну, может быть, с ЕГЭ попотеют. Radiant's top tower is under attack.
У кого кураж? У Попея кураж. Да, под куражом нормально вообще кураша набрить. Фаник. Фаник 2200. 15-я минута. 8-0. Ух, там, наверное, Виртусов бомбит. Поехали. Нет, все-таки надо Витьке отписать, чтобы он на Good Game в чатик запилил. Дагон. Дагон, рапиру и хук. Ну, можно просто следить за Дэнди. На самом деле, вот эти вот врывы с даггера, пауэршот и дагон, я думаю, того же Вайпера, конечно, не убить. Слишком много, 1200 хп, Vitality Boost помогает. Тут 9 брони, а вот Рубика с Бэйном вообще изи. Порвет пополам. Глава встрял. Ну что, будет батареечка? Да, Фаник на батарейке врывается. Вот, кстати, Фаник ловит еще и... Да ладно, размочили все-таки счет. Единственный, кто умер у Нави, это Фаник. 9-1. У хвоста выбили Аегу, погоня, Смайлуха под куражом. Какие тычки-то получают? Где догон, Дэнди? Нет, Чен забирают. НС в хекс, в сетку ласта. Хвост грызает НС, стяжка. Год пытается скримом откидаться. Пупей фуловый, погоня за ластом. У ласта последний серж, ловит сетку, получает клэп. Получает кураж, минус. Ну кто как не Фаник? Ну вот кто как не Фаник? Нет, Фаник не может фидануть. Не фидануть. Фаник не может не фидануть в игре. Один разочек, но по-любому надо как-то зафейлиться. И пауза. А что за пауза? Ребят, вам игру заканчивать надо. Какие паузы? Лаги. Ну, лаги. Лаги, значит, лаги. Давайте тогда пообщаемся в чатике. Ну, как вам, ребят? По-моему, карнавалище. Год, конечно, выформил себе там ПТшку, Ogre Club, нулик, но... Давайте быстренько по этому пробежимся. Пупей, Арканы, Мека, Кураж, Базилька. На кармане 1100. Хвост, Фейзы, Армлет, Мидас, Барабаны, ТП. На кармане 3,5. Дэндик 1200. Ну, наверное, сейчас будет второй Дагон. Даггер, Фейзы, Боттл. Куроки, Даггер, Поинт Бустер. Там уже, смотрю, и до Аганима недалеко. Почему сразу фит? Потому что это Фаник. Кто помнит первую игру Фаника в Нави? И нет, я не помню первую игру Фаника. Так, дальше по артефактам. Фаник, ботинок, Мидас, Боттл. Что-то еще, наверное, купил. Может, в Куре. Форстав чей-то. А чей форстав? Фаника. А чё ты форстав не приносишь? Странно. Хвост забирает Т2. 4300. Ну что, Сакрот? Набери Сакрот. Нет, Миш Ривер. Потолще. Потолще. МСГГ написал? Ну что вы меня обманываете? Год, все мечтает о БКБ, но до БКБ еще 1300, пока он выформит, я думаю, Нави смогут просто снести лайн. В принципе, Куроке нужен 11 левел, чтобы наверняка со вторыми вардами уже заходить на хайграунд. У Пупея все хорошо с зоопарком. Есть плотный мишка, есть тролль-сетка, есть скелетончики, которые, ну, худо-бедно, но свой дэмэдж вносят, как бы 24 сурки, иногда их не хватает. Все, Пупея приобретает гем, и ребята, походу, сейчас будут уже заходить на хайграунд. Если, конечно, не буду ждать, пока хвост там что-то выфермит еще. Фаник, ПТ-шечка. Да принеси ты форстав себе. Кстати, Фаник 11-й апнул? Да, апнул. А вот Куроки по-прежнему с 10-м. Ну, кстати, при заходе на ХГ может апнуть 11-й и сразу вторые варды кому-нибудь на голову поставить. Ну, посмотрим. Посмотрим. Дэндик в топе. А что ты в топе делаешь? Третий догон делаешь? Там просто, наверное, скоро НС будет с догона разлетаться.
12-1. 15 000. Вот после вчерашних поражений Нави сейчас просто 12-1 давят. Как Дэнди уходит. Вы, нет, ну вы просто видели. С двух сторон его обходили. Тут и блинк, и скрим, и стяжка, и просто блинкаут. Просто блинкаут. Вот, кстати, не было бы даггера, мог бы и стрелять. Ну что, стяжка года, пауэршот и догон. Тычка, минус. Тычка. Ловит Инесса. Варды на голове. Ничего не сделаешь. Можно себя в сон отправить, конечно, но нет. Глава получает еще и сеточку. Ох, Фаник врывается. Где хвост? А вот и я. Вот моя Тараска. Вот 15-1. Ну, ребята, реально что-то еще надеется? Кураки все-таки потратил варды. Ну, кстати, я не знаю, здесь 11-й варды стоят. Нет. Не 11-й. Хвост просто задним местом к вышке. Ты не Бристл Бэк. У года, кстати, есть прокаст. Я не знаю, что он сможет. Просто Чен сейчас это выхилит, еще и мег как раз откатывается. Минус вышка. Стяжка. Шикарная стяжка. НС ловит хвоста. Хвост вообще по боку. Фанни, какой врыв. Обратно врывается, умирает. Врыв на Смайлуху. Смайлуха, посмотрите, под инфестом залазит в года. Уходит на блинке вместе с годом. Главу поймали в сетку. Хвоста домой. Кто опять фиданул? Кто опять фиданул? Ай, в этот раз Куроки. Ну что ж, 17-3. Сейчас ребята, думаю, пересоберутся и быстренько закончат эту игру. Ответил в скайпе. Так. Ну, тем... Все равно, как бы, вышка упала. Поэтому как бы, результат положительный. Как вчера Нави с Альянсом сыграли? Плохо. Ужасно. Вчера у Нави вообще ни одной игры не зашло. А что делаешь? Выпивает и догончик капнуть. Четвертый догон. Сейчас под ДДшкой еще и пятый себе выформит. Хвост травела. У хвоста на дэмэдж только армлет. Эх, Куроки, Куроки. Вот зачем ты, блин, вылез? Тут не надо было. Мне понравилось, как Фаник выставил кок, его вытолкнули из него, он обратно на хуке. Прям вот суицидник. Тараска не на дэмэдж. Но я бы не назвал Тараску прям артефактом на дэмэдж. Это больше все-таки плотность. Хотя все-таки статы прибавляет. Нехило так прибавляет. На дэмэдж я считаю, знаете, такие вещи как МКБ, там, Саш с Яшей. Криты. Что-то такое. Тараска для меня артефакт именно для плотности героя. Не на дэмэдж. Что-то Виртуса вообще загуляли. Небольшой сплит-пуш. Пошли варды. Падают, падают, падают бараки. Врыв, кого поймали? Пупея поймали. У Пупея есть ульт, есть миньяка. Откидывается, живет. Нет, его все-таки сбривают. Врыв на Смайла, Смайл в сетке, два кента, раз стан, сейчас будет второй стан. Ох, какая шикарная стяжка от Ластан, но Лост тут уже не выживает. 3-1.
погоня за главой, глава съедает просто одного кента, но тут уже все, хвост вцепился, хвост не отпустит. 4 в 1. Четыре в один размен, выкупается Смайлуха. Не знаю, что он хочет попробовать сделать вместе с Годом, но что-то ребята хотят. Понимаешь, сейчас Год, сейчас Хекс поймает и все. Дэнди, пятый догон. 24 минуты. 21-4. 21-4, да, 24 минуты. Так что врыв на НС, НС ловит Шику, еще и Смайлуху связывают. Тараска дает больше демона, чем Саша. Ай, ладно, забейте, короче. Сами спорить. Не, можно, конечно, поспорить. Ну, как бы, ну, впечатления у меня такие. Ладно, давайте напомним о том, что у нас идет розыгрыш обсидианового голема. Ребят, ссылочку на розыгрыш я отправляю к вам в чатике. Ну, а мы уходим на еще один небольшой, недолгий музыкальный перерыв. Мы будем ждать игру Virtus.pro против ЕГЭ. Ну, может быть, там Virtus.pro все-таки отыграются. Ну, Фаник вообще красава.